очень приятное ощущение. Всегда ловлю эти моменты. Перед стартом такой легкий мандраж, то есть путешествие начинается. И знаете, что у нас происходит? У нас сейчас идет 3-й выходного дня, а мы путешествуем по Северному Уралу, путешествуем на автомобиле УАЗ Патриот с автоматической коробкой передач. То есть цели две. Первое — это испытать в экспедиционном режиме УАЗ Патриот с автоматом, затем мы выходим завтра на бездорожье и на достаточно жестком бездорожье прокатимся и сделаем свои выводы. А пока мы наслаждаемся краеведческой информацией и культурными точками по нашим маршрутам. Сейчас мы находимся в городе Невьянск, возле наклонной башни Демидова. На втором восьмигранном ярусе колокола часов, которые каждые 15 минут перезвонами указывают время. Демидов купил часы в Англии в 1730 году. Заплатил за них 5000 рублей. И пару слов об автоматической коробке передач для УАЗ Патриот. Это классическая КПП Punch Power Glide 6L50, французская коробка. Ее серийно устанавливали известные автопроизводители, начиная с Cadillac или, например, BMW. У новой коробки есть 6 ступеней, электронное управление, что немаловажно для внедорожников, есть ручной режим. Кстати, прошлой осенью мы тестировали этот автомат на разных видах бездорожья, на крутых спусках и подъемах. Результаты можно посмотреть по ссылке в правом верхнем углу. А на 6-й передаче ездить теперь, во-первых, комфортно, а во-вторых, экономичнее. Примерно 10 литров на сутки. В общем, подарок для путешественников на дальние расстояния. Сегодня ночуем в Павле. Это поселок в глухом месте. Пока доехали, температура упала с нуля до минус 25. Северный Урал – это один из самых глухих, труднодоступных районов Урала. Севернее за Канжаком, в районе Ивделя, Вижай и Ушмы, почти нет населенных пунктов и, соответственно, дорог. К горам с востока и запада подступают непроходимые леса и болота. Климат суровый, в горах много снежников, которые не успевают растаять за лето. Встречаются пятна вечной мерзлоты, причем до широты Канжаковского камня. А ты что, меня снимай? А зачем? Пошли на капище. Проводят праздники. Это, что еще рассказать? Вот это два сторожа. Это типа, вот эти побольше столбы, охранники, что ли. Все местные жители говорят, что мы не пройдем. Ты говорил вчера три варианта. А третий можно вернуться? Не, есть три варианта. Третий вариант — ночуем здесь. Место же хорошее. Хорошее, да. Ночуем здесь и завтра едем домой. Мне очень понравилось. Наша цель – Канжаковский камень. Это популярный туристический маршрут, так как проходим обычно и на легковом транспорте. Но у нас УАЗ КПП, и дорогу я выбирал, чтобы проверить его возможности. Мы проедем через лес. Маршрут начинается в Павде до Канжака, отсюда напрямую через лес 40 километров. Шакал далеко? Даже там. А это Иван Зиновьев, друг Родофрова, на УАЗ Патриот 19-го года. Машина выглядит сурово, Иван тоже человек серьезный. Со второй попытки проходит очередной участок. Мы сейчас едем по Уральской тайге, колея уралская, много луж, залито водой, но нам сегодня везет, потому что температура на улице минус 23 градуса, подморозило почву. К
колеи подморозило. Я этот момент моргнул. Давай-ка я тебя назад, наверное, вытащу обязательно. Ну, а у автомобилей, которые едут сзади нас, там какая-то борьба, судя по переговорам по рации. Прошли мы сколько? Вот. Потом пойдем, будет просека. Смотри, мы прошли 5 километров. То есть это не то, что было ужасно все. Ну, слушай, у нас до темноты еще время есть. Я не хотел на видео говорить, а вы начинаете. Скажешь, самое сцикло приехало. Такой ерундой можно заниматься поближе к дому. Вода замерзла, образовался ледяной слой. А сверху засыпало снегом. Вот, и она больше не промерзает. Собственно, автомобиль, когда наезжает, лед проваливается.